он как мучается. Доброе утро, уважаемые коллеги. Решение принято. Переходим к слову. Для доклада представляется Дмитрий Андреевич Лавович, председатель постоянного комитета по бюджету и налогам. Кроме того, предлагается принять протокольную запись к данному решению. Она имеется у частных лиц и юрлиц. Это вне рамок рассмотрения данного положения. Кроме того, обращающего внимание, никто... Ну, основные вопросы в нашей Тверской области, в городе Твери, это экономические вопросы. Будут деньги, будет народ ходить по магазинам, все будут довольны. Поэтому основная задача, как я вижу, точнее, две основные задачи. Это наполнение бюджета, это можно сделать только за счет инвестиций. И вторая – это улучшение комфортности жизни. Есть такое понятие, как комфортное проживание. То есть человек выбирает место жительства, место работы, исходя из двух принципов. Это заработная плата, его благосостояние. И второе – это комфортное проживание. Это очень немаловажный фактор. Поэтому я вижу свою деятельность именно вот формирование экономической политики города Твери и также работе муниципальных учреждений, чтобы город благоустраивался, чтобы город стал по-настоящему комфортным для проживания. Очень хороший пример в этом отношении нам дает Москва, потому что лет 15 назад я некоторое время работал в Москве, там жить было просто невозможно, а сейчас это один из хороших с европейской структурой городов, в котором продумана логистика, именно логистика в плане комфортного проживания населения.